Сегодня в России начали действовать штрафы за выброс мусора из машин. Речь идет как о фантиках, стаканчиках и окурках, выброшенных из окна, так и о целенаправленном складировании мусора на обочинах. К примеру, для физических лиц штрафы составляют от 10 до 15 тысяч рублей, для ИП – от 20 до 30 тысяч, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. А при повторном нарушении можно даже лишиться машины. Ужесточили ответственности для тех, кто решит сбросить мусор с грузовика или прицепа. В этом случае, к примеру, штраф за повторное нарушение может достичь 200 тысяч рублей. В интернете появились публикации, что в Тюменской области выявлять нарушителей будут уже установленные камеры. В ГИБДД разъяснили, этот вид правонарушения не входит в их компетенцию, и сейчас камер, способных фиксировать подобные нарушения, в регионе нет. Наши камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения выявляют нарушения скоростного режима, нарушение сигналов светофора, выезд за стоп-линию и также проезд по автомобильной полосе. Недавно появились новые камеры, которые фиксируют непредоставление преимущества пешеходам на некоторых пешеходных переходах в Тюмени. Другие нарушения наши камеры не фиксируют. Как именно в регионах будет работать механизм фиксации выброшенного из машины мусора, пока не ясно. Ранее сообщалось, что рассматривать такие дела вправе орган, которые ведут государственный экологический и лесной надзор. В любом случае, инициаторы поправок надеются таким образом добиться искоренения несанкционированных свалок по всей стране.